Прям животом. Да. Можно, а то я... Ну! Ну, оно очень ядовитое. Допустим, нежелателям, кто, допустим, от коктейля избавится, делали кубки из иса ягодного, из этого красного дерева. Человек выпивал, и через 3 часа он уже не просыпался. Народ уезжает на экскурсии. Автобус за автобусом. Очень много народу. Гора Крокодил. Не знаю, похоже или нет, но название что-то есть такое. Вот, нос, морда и вот вытянутый хвост идет. Из этого горного ущелья можно полностью зайти и выйти из него. Протяженность каньона 5 километров. Максимальная глубина его 350 метров. Там, с вами будем подходить в плане молодости, будете видеть обрывы в 1,5-2 раза выше. То есть глубина 350 метров. По сравнению с каньоном на реке Колорадо, наш каньон небольшой. Каньон Колорадо имеет длину 320 км, глубину 1800 метров. Там, правило, туристы совершают экскурсии на небольших самолетах и вертолетах. Наш каньон назван большим, так он самый большой и красивый каньон у нас в Крыму. Каньон горного ущелья, оно образовалось примерно 2 миллиона лет назад. От массива Бойка, это вот с левой стороны, откололся от Альпенинской Елы, откололся вот этот массив Бойка. И в дальнейшем эта трещина была разработана водными потоками. По дну каньона притекает река Аузун-Узень, в переводе ротовая или розовая река. Мы с вами здесь совершим маршрут, и по сходу маршрута будет зиму видеть самые небольшие озера Ванны. Как такие озера Ванны образуются, в том числе Ванна Молодости? Камушек попадает в углубление, в русло, начинает вода его разрабатывать. За сотни лет камушек стачивается, а вот такие озера Ванны остаются. Цель нашего маршрута – такие самой живописной, самой глубокой ванны, называется она Ванна Молодости. Все, пожалуйста, проходим дальше по каньону. Вот это все. Ого, романтика. Игорь, не иди первым. Не так все просто. Игорь, не иди первым. Опаньки! Все, преодолели. А теперь в лес. По камням, по скалам. Не все так просто. Опаньки. Экстремальный маршрут. Главное, удобную обувь, кроссовки одевать. В шлепках здесь не айс. Как же здесь красиво, а? Просто смотрите, какая красота. Вот такие вот экскурсии я люблю. Наедине с природой. Экстрим. Да еще какой. Карабкаться по мокрым камням. Сейчас время 9:30. И они мокрые. А то есть стеснительный. Стеснительный, но. А тоже можно и по речке с плавом назад. Может, здесь интересно назад пойдем? Холодно. Я боюсь, холодно. Что туда потом тебе мать одна не узнает. Сведет все там. Все, сведет. Паралич, конечно. Бук, вот это граб. Видите, такая более шершавая кора. Видите, вот интересное дерево. Вот и вот, видите, как будто хвойное напоминает. Это называется тис ягодный. Это реликтовое растение, росло до ледниковый период. Тис ягодный растет до 4000 лет. Он в возрасте 3 лет, всего лишь маленькое такое растение, деревце, 10 сантиметров. Имеет очень ценную древесину, красную древесину. Люди, которые с этим деревом работали, называли их краснодеревщики. Они изготавливали очень ценную мебель из этого дерева. Оно незаменимо в кораблестроении и состоянии подводных лодок, где то, что оно не гниет совершенно, не перегнивает. Но оно очень ядовитое. Допустим, нежелателям,
кто, допустим, от коктейля избавится, делали кубки из киса ягодного, из этого красного дерева. Человек выпивал, и через 3 часа он уже не просыпался. То есть ходила вода в реакцию с кисом ягодным, очень ядовитое дерево. Это вот это вот? Нет, вот это вот хвоя. Вот, вот мы с вами будем такие встречать. А с ягодами или с древесиной? Да, ягоды очень красивые, такие красные ягоды, но очень ядовитые. Ядовитые, да? Да, поэтому называется кис ягодный, потому что красный ягодный. Подарок, если, пожалуйста, не отходите. Так вот, скалолазы мы. Ёлки-палки, как же тут перебираться-то? Вот она, наша колонна растянулась. Ах, какая вода прозрачная. Прозрак, прозрак просто, а? Красота. Это просто красота. А вот она. Вот она, горная река бежит. Называется, кстати, Голубое озеро. Оно и вправду голубое. Так. Залазить не надо. Да, то можно таким вот стать. Так, куда это мы пришли? Что тут здесь происходит? Сейчас посмотрим. А, вон, Голубое озеро, указатель. Так я же тебе говорю, только оно неправильное. Голубое озеро или озеро любви? Оно неправильное озеро любви. Купание в озере даст вам силу любви, которая будет окружать вас все оставшиеся времена. Ты понял, Дима, я тебя не полезу. Мы его нахуй. Не-не, это надо. Ну, мы что-то там туда-сюда, 5-10, и все. И потом это... Ты помни, мы с тобой в номере живем. Да, тогда не надо. Тогда не надо. А то я ночь спать не буду. Озеро любви. Выглядишь Борей Моисеевым. Так, яблоневый брод. Только где он? А вот он и есть. Потому что мелко. Такие ступенечки здесь. Да, приятно по такой тропе идти. Заборчик такой сделали из деревьев. Снизу у нас река. А мы двигаемся к Большому каньону. Так, а здесь у нас экскурсии схлестнулись. Одни идут в сторону каньона, другие со стороны каньона. Перебираемся. Так, один уже упал. Не хочется так же. Так, это наша группа идет. А здесь, что интересно, вот такие вот персональные ванные попадаются. Круто. Конечно, удивляет, что вот эта вода сделала такие вот пороги, ванны. Все это идет сплошным камнем. И водичка это все выточила. Природа. Которая называется ванна молодости. Существует очень простая легенда. Почему же его так назвали? Согласно легенде, в районе этого озера упасал овец-пастух и свалился в озеро, вышел из него молодым. Пришел домой, старуха увидела его и обомлела. Все женщины всякое хотят быть молодыми и красивыми. Спросила она старика, как ему удалось так помолодеть. Прибежала к озеру, искупалась, помолодела. Ей показалось, что она недостаточно молода. Она искупалась еще раз и вновь помолодела. Ей показалось, что она опять недостаточно молода. Когда она искупалась в третий раз, превратилась в маленького младенца. Ждал старик свою старуху дома, так и не дождался. Пришел к этому озеру, увидел вещи старухи, в ней маленького младенца. Мораль из легенды такова, пожалуйста, купайтесь, купаться можно, но
знайте меру, купайтесь не до младенчества, что вас обратно на руках искусствовод не вез. Дима, я тебе говорю, нельзя, я тебе говорю, я тебе не понесу. Вот почувствуйте, мужчина там сидят, и женщина. Где ребята там сидят, видите, там оттуда можно даже нырнуть. Глубина 5 метров, прям, я часто не скупаюсь, туристам показываю, как надо нырять. Ну давайте прыгайте, ребят. Слева запас, как вообще не прыгают, там поле сидит. Нормально. А я все пропустил тут. Еще. Я не успел еще второй случай. Вау! Молодец. Все. Да. Все, тот, никто там не задерживается в этом месте. Сколько придите, да, пожалуйста? Можно, а то я... Ну! Ну! Давай! А три раза головой войти. Прям животом. Источник родниковой воды. Упало дерево, завалило источник. Так, а это карта, схема экологической тропы. Тропа здоровья. Получается, мы вот отсюда. Почтовый дуб, голубое озеро, яблоневый брод, источник Пания и ванна молодости. Прогулялись, подышали воздухом, пробило легкие. Отлично. Так что рекомендую. По крайней мере, все время идем в тенечке, солнце не печет. Плюс охладились, покупались. Вот, а здесь можно купить, предлагают очень много меда разных разновидностей, вот, и какие-то сувениры, чай попить и так далее. Thank you.